Чтобы Великий Новгород стал доступным для всех. Сегодня при входе в городскую поликлинику номер 3 в 13 часов состоится закладка первого пандуса, который соответствует международному стандарту. Проект «Новгород Великий доступен для всех» работает. Что многие инвалиды живут на третьем этаже и даже выше. Это создает огромнейшие трудности в передвижении. Поэтому мы хотим помочь семьям инвалидов переселиться на первые этажи домов. Мы, инвалиды, выступаем за свободную, доступную среду для всех. С проектом «Новгород Великий доступен для всех» мы вместе победим трудности. Чтобы Великий Новгород стал доступным для всех. Сегодня при входе в городскую поликлинику номер 3 в 13 часов состоится закладка первого пандуса, который соответствует международному стандарту. Проект «Новгород Великий доступен для всех» работает. Что многие инвалиды живут на третьем этаже и даже выше. Это создает огромнейшие трудности в передвижении. Поэтому мы хотим помочь семьям инвалидов переселиться на первые этажи домов. Мы, инвалиды, выступаем за свободную, доступную среду для всех. С проектом «Новгород Великий доступен для всех» мы вместе победим трудности. Очень рад, что мне предоставилась такая возможность быть сегодня здесь и видеть всех вас здесь. Очень благодарен тем, кто помог в проведении этой акции. Всем благодарен тем, кто пришел, школьникам, родителям, взрослым, ребятам на колясках. Я очень рад, что у нас сегодня появляется такая возможность действительно открывать первый пандус в нашем городе и не последний. Я очень счастлив, что мы теперь тоже сможем жить нормальной, полноценной жизнью. Что мы теперь сможем бывать в городе, бывать в поликлиниках, магазинах, во всем, где бы мы захотели быть. Спасибо вам большое. Так, текст закладной грамоты, которая будет заложена на месте строительства пандуса. Вот выглядит так эта грамота. Сей светлый день, 7 мая 1998 года, от Рождества Христова, начали мы благое дело. Сим явилась закладка первого пандуса проекта «Новгород Великий, доступный для всех». В Новгороде Великом. И поступком достойным открываем мы строительство пандусов во всем граде нашем великом. Дабы каждый житель смог попасть во все места присутственные, а также лавки торговые и дома обитаемые. Всем миром будем возводить мы пандусы, чтобы город наш воистину доступным стал, и по всей земле люди славили его. И подписи участников этого проекта. Чтобы Великий Новгород стал доступным для всех. Сегодня